Конечно, можно еще раз рассказать вологодскому губернатору, мэру Вологды, что береговая линия – это не геометрическая линия, что река Вологда – это не Днепр в Смоленске, не Волхов в Новгороде, не Великая в Пскове, что это другой камерный образ, и город от этого не становится менее великим и менее величественным. Но все это бесполезно. Эта стадия архитектурной критики не то чтобы давно пройдена, она, по-видимому, и не начиналась в этом обсуждении. Я расскажу о другом. Вот 200 лет назад в Москве был такой губернатор, граф Гудович, заслуженный генерал, екатерининский орел, покоритель городов. Ну вот на старости лет назначили его на губернаторство. В его программе было два пункта. Первый, чтобы никто не ходил в очках. И второй, чтобы на въезде в город выпрягали третью лошадь. Вот попал в историю. Так рождается город Глупов. В целом сочинение клеветническое и русофобское. У губернаторов и мэров не должно быть любимой мысли. Губернаторская и мэрская мысль должна быть равномерно размазана по городу. У меня тоже есть любимые мысли, но я же не реализую их на казенный счет.